Расскажите о впечатлениях после экскурсии по медиа-центру КФУ. Я давно хотел к вам приехать, посмотреть, как вы работаете, на чем работаете. Ведь не секрет, что Международная ассоциация студенческого телевидения очень рассчитывала на Казанский федеральный университет, и я сегодня увидел подтверждение тому, что я был прав. Именно три основных университета, у которых есть самые лучшие медиа-студии, это ваш университет, МГУ и Высшая школа экономики, и еще другие вузы, которые к нам присоединятся, будут составлять костяк Международной ассоциации студенческого телевидения. Это самое главное. Какие преимущества, по вашему мнению, есть у телеканала «Универсмотри»? Самое большое преимущество, которое у вас есть, это эфир, который у вас 24 часа. Я считаю, что каждый вуз, который готовит специалистов, он должен просто обязан иметь такие мощности, именно с эфирным аспектом. Расскажите подробнее о Международной ассоциации студенческого телевидения. Думаю, что эта организация, она, можно сказать, выросла из канала просвещения. В октябре прошлого года она была открыта. Сегодня она имеет две собственных лицензии СМИ. Это журнал «Мастмедиа», это электронный ресурс. И представляете, вот и получается, у нас есть МАСТ, есть канал просвещения, как информационный локомотив, который вещает на всю страну. Какие преимущества даст Международная ассоциация студенческого телевидения будущим журналистам? У нас появится возможность отправлять студентов на стажировку, получать опыт и знания из других вузов из-за рубежа, то есть интегрироваться, коммуницироваться. Ведь сегодня коммуникация для молодого человека – это самое главное. Чем он коммуницирований с другими членами общества, тем он свободнее, тем он социализированный. Ведь социализация молодежи сегодня главная задача. Как будет проходить совместная работа студенческих каналов в рамках МАСТ? Мы будем консультировать друг друга, мы будем собирать мастер-классы, мы будем раздавать мастер-классы, готовить мастер-классы. То есть это будет такая большая семья, которая позволит готовить нам, наших специалистов, наших студентов на более высоком уровне. Что вы можете посоветовать студентам, работающим на канале «Универсмотри»? Вам надо следить за обновлением техники, это естественно. Ведь качество сигнала, оно зависит в основном от технического, я имею в виду техническое качество. Ну и постоянно совершенствовать свои знания в области журналистики, в области медиа, коммуникации. Это очень важно.